Смешульки покашульки. Ой, а что это интересно тут поставили? Какой-то красный крест среди нашего леса. Очень странно. Так, кто-то идет. Ага, я такое в этом лесу устрою. Все звери мне подчиняться будут. Ой, странно. Кажется, я что-то слышал. Здравствуйте, а что у вас тут происходит? Проходите, не стесняйтесь. Сегодня у нас бесплатная вакцинация от бешенства. Ставим в обязательном порядке всему лесу, всем зверям. Ой, укол что ли нужно ставить? Это совсем не страшно и безболезненно. Поворачивайтесь, все будет очень быстро. Транс, укол для всех зверей этого леса. Надеюсь, это будет не больно. Ой-ой-ой-ой, как больно! Слушай меня внимательно, белый медведь. Ты должен пойти в лес и привести всех своих друзей ко мне. О, Тучка, а мы тебя искали. Вы сейчас должны пойти со мной. В лесу проводится массовая вакцинация от бешенства. Ставится всем в обязательном порядке. Все за мной, я покажу дорогу. Ой, Кеша, тебе не кажется, что наш Тучка какой-то странный? Да что ты, лисичка? Тучка говорит, надо, значит, надо. Или ты укола боишься? Да ничего я не боюсь, Кеша. Сейчас я поставлю вам укол. Эта вакцинация от бешенства будет совсем не больно. А-ха-ха-ха! Одного я уже ввел в транс. Сейчас и эти получат свое. Весь лес будет мне подчиняться! Тученцер, ты чего молчишь? Я вообще-то задал тебе вопрос! Ой, Тучечка, что с тобой? Ты какой-то странный! Сыба, что с тобой? Кеша, здесь точно что-то происходит! Сыба просто так никогда не волнуется! Ну что, все готовы к укольчику? Кеша, ты как хочешь, но я ставить этот укол не буду, бешим, Кеша! А ну-ка стоять! Эх, упустил! Вроде оторвались, Кеша. Нужно тебе приготовить эликсир, который спасет Тучку. Далеко они не убегут. Сейчас я их тут подкараулю. Нужно спрятаться. Куда? Куда, 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 куда? Вот сюда. Вот сюда сейчас спрячусь. Все, лисичка, эликсир готов. Самое главное еще найти Тучку теперь. Вы должны пройти со мной. Нужно сделать прививки от бешенства. Сейчас, Тучечка, я тебе сделаю прививочку. Лисичка, давай, я держу его. Ой, Кеша, что это со мной было? Нет времени, тученцы. Надо спасать лес. Потом расскажу. Ну что, готовы к спецоперации? Сейчас я тебе покажу, Ромео-недоучка. Кто из нас настоящий изобретатель? Кеша, ты спас весь лес! Я лучший изобретатель на всей планете! Второму здесь не место! Мне все-таки кто-нибудь расскажет, что здесь произошло! Какой же все-таки этот Ромео мерзкий! Муравей, тебе надо съесть его, ты же цыпленок. Съешь муравья, съешь. Ай, Сипа, она съела твой обед. Сипа, ты остался без обеда, да-да-да. Ох, трусишка, ну и трусишка это, Сипа.